учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Читать слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Клянемся? Клянусь! Лучше врата, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже трудного и коверненного. Клянемся? Клянемся! Это водичный, это температура.
Клянемся! А вы с ними или нет? Вы уже не с ними, да, будете? Нет, уже я с ними. А теперь я хочу своим ученикам от меня такой небольшой сюрприз, такой небольшой подарок. Я буду вызывать по одному, подарю вам блокнотик, выпускник начальной школы, и здесь вы будете тянуть такую пожелание, какое уже вам достанется. Хорошо? Давайте, начинай, Даша, иди. Отлично. Смотри, Дарья. Десятку там вытянули. Излучают счастье, в такие моменты случаются чудеса. И со мной сегодня такое чудо произошло. Когда я шла к вам сюда на праздник, я встретила волшебника. Но это я так думаю, что волшебника. Потому что он знал, что я иду в 4 Г. Он знал, что вы учились на 3 этаже 7 школы, что у вас классный руководитель Жанна Генриховна. И он просил меня передать вам небольшой сюрприз. Свои пожелания на это предстоящее лето, ведь вы все ждете с нетерпением лета. Да! Да, он это знал. И он решил исполнить одно из ваших желаний этим летом. Ну, а какое желание, вы сами сейчас выберите, я не знаю. Это все под каким-то секретом. Единственное, что он просил, у меня же руки трясутся, передать вам, чтобы вы это желание сохранили на все лето. Потому что лето заканчивается 31 августа. Если не завтра, там не послезавтра это сбудется, то 31 августа точно. Поэтому обязательно положите его пожелание в какое-нибудь укромное место. И это обязательно исполнится. Главное, вы это верьте. Так, открываем. Интересно, мне там есть? Нет, только ученикам 4-го класса. Вытягивайте, хотите рассказывайте, хотите нет. Волшебник сказал, что примета никому не говорить не работает у него. У него все пожелания сбываются. Ой, какой он все так крепко запаковал для вас. Итак, вытягивайте только один листочек. Да, тут листочек есть разных цветов, видите? Какой кому попадется? Только ученики 4 Г класса. Не наш волшебник, что знает. Так, обменяем. Давай. Это ваше пожелание. Я уверена, вы точно его осуществите. И в следующем году, в 5 классе, когда вы встретитесь, вы сможете рассказать друг другу, исполнилось или нет. Но если встретите меня, то скажете мне. Пока не рассказываем, значит, да? Все, что я не думаю. Прикольно, прикольно. Там в Дубае уже слышал мечтать. Так, давай. Так, ну и это Троица. Святая Троица, тяните. Так. Тут еще остались бумажки. Волшебник, видимо, не все предвидел. Поэтому я думаю, что никто не против, чтобы он осуществил желание
вашей учительнице? Конечно. Никому не расскажет. Покажи. Надеюсь, ваши пожелания вам понравились. И хочу рассказать. Слово, что он просил вам передать, это то, что если вдруг вы потеряете надежду, что это желание исполнится, вы всегда должны помнить и знать, что у вас есть рядом самые главные волшебники вашей жизни. Это ваши родители. Все, с наступающим, дорогие родители.